Чувак! 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 Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и я думаю, уже пора снять маску, мы все-таки не на шоу «Маска». Ребята, всем огромный привет, с вами снова я, Маша, и сегодня, наконец-таки, мы снимаем видео, как мы будем украшать дом к Хэллоуину. Не прошло и 100 лет. И, как я и говорила, мы реально это делаем в последние числа октября, потому что у нас уже такая традиция украсить дом к Хэллоуину буквально на пару дней, а потом уже, собственно говоря, Мэри Крисмас, все дела. Я даже по такому случаю принарядилась. Прям по-хэллоуиновски. Тапки какие-то не хэллоуиновские. Но да ладно, может быть, я это еще исправлю. Сегодня нас ждет украшение всего дома. Абсолютно. Как внутри, так и снаружи. Кстати говоря, снаружи мы уже начали украшать вчера вечером и уже повесили гирлянду на елке, которая находится возле бани. Как это было, можете сейчас посмотреть. Вот так выглядит наше ближайшее место расположения. Я максимально тепло оделась. На мне сейчас вот такой толстый просто пухан. Под ним жилетка, надеюсь, не замерзну. Ну а сейчас мы начнем все-таки украшать дом внутри помещения, а потом уже как пойдет. Либо завтра продолжим на улице, если будет еще светло, либо если и сегодня успеем, то будет сегодня. Так что надеюсь, что вы ждали это видео. Обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, украшали ли вы свой дом к Хэллоуину. Ну а мы начинаем, поехали! Итак, ребята, я подготовила все вот эти вот три контейнера, которые мы вместе с вами разбирали. Здесь и декор в виде тыковок, здесь и что-то связанное больше все-таки не с декором, а с какими-то нарядами. Мы все принесли из хозблока, и там третий контейнер. Тут песики сегодня, они у нас без костюмчиков, хотя вчера были тыковки. И сюда я принесла покупки этого года, связанные только с декором внутри помещения, потому что есть всякие декорации на улицу, я их сюда не стала приносить. И начнем мы с вами с этой зоны, потому что это все-таки главная зона дома, это гостиная, это диван, это телевизор, мы здесь и снимаем видео, и отдыхаем, в общем, очень много времени проводим именно здесь, поэтому начнем декорировать сначала именно эту зону. Помимо того, что я буду все декорировать, я буду постепенно все убираться, потому что хоть я и убиралась недавно, пыль везде скапливается, так что будем совмещать приятное с полезным, украшение с уборочкой. Ну что ж, первый таймлапсик. Ура, ребята, можете меня поздравить, наконец-таки одна комната готова, она полностью украшена и готова к Хэллоуину. И вот так вот выглядит вся эта красота, и сейчас вам покажу такие общие кадры, потом всю картинку в деталях увидите в конце к этому видео, Денис тут вам все по красоте подснимет, всякие вот такие вот проходочки классные. Здесь, в общем, расскажу концепцию, у меня паучье логово, у меня везде очень много пауков, очень все вот так вот красиво, стильно смотрится, у меня даже паутина на лампах, надеюсь, это максимально безопасно. Здесь вот такой вот огромный паук, там очень много пауков, в общем, пауков реально очень-очень много, я даже украсила подоконник, ребята, несмотря на то, что его как бы плохо видно, но все равно меня греет мысль о том, что даже на подоконнике есть хэллоуинское настроение. И да, я даже повесила плакаты, в общем, все получилось очень-очень классно, поставила вот такую вот конфетницу с хэллоуинскими конфетами, здесь немножко тоже добавила атрибутики,
тарелки, ну и, конечно же, диван. Ну что ж, теперь мы переходим на кухню. Здесь нас еще ждет небольшая уборочка, потому что что-то как-то тут очень много всего разбросано. Я уже перенесла сюда часть декора, вот принесла вот этот контейнер. Здесь у меня есть немножко, но прежде нужно себя, ребята, побаловать. И баловать мы себя будем вот такими вот Хэллоуин чупа-чупсами с вот такой вот прекрасной ведьмочкой. Давайте распакуем. Я хочу это делать вот здесь, тут так красиво. Погнали открывать. Я даже предположения не имею, что тут может быть за игрушка. Как ты думаешь, что может быть связано с Хэллоуином? Я надеюсь, что будет ведьма. Смотрите, как они у меня немножко подтаяли, потому что они у меня стояли на полу в коридоре, а пол в коридоре очень горячий, они немного подтаяли. Какая она прекрасная! Это залипало. Помните, как были какие-то в каком-то магазине залипало? Так, смотрим коллекцию. Тыква, привидение, Франкенштейн, дьявол. Вот это не знаю, как называется, напишите. Клоун. Это не клоун, зубастик какой-то там у него в руках. Злое привидение, смертюга, ведьма, какая-то девочка, еще одно. А, нет, это мумия и злой мишка. И мне попалась такая вот ведьма с бородавкой. И здесь, и здесь, и здесь. Ну, в принципе, это моя сестренка. И теперь открываем второе яичко. О, Дракула! Нет? Нет, ребята, Франкенштейн! Какой крутой, посмотрите, у него на клыках сосиски. Это ты. Ставим вот сюда. Нет, вот сюда как раз они идеально будут. Открываем третью. И шоколада нажрёмся от души. О, прикиньте! Вот это я вообще люблю. Это... Чувак! 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 Блин, прикольный. Прям маска такая же. Да, классно. Классные очень игрушки. Я ожидала, что будет намного хуже. Я думаю, в одном из следующих видео еще раз пакуем два шарика, которые у нас остались. Ну, а теперь, когда мы подкрепились шоколадом, настроение такое хоп-хоп-хоп поднялось, можно переходить на кухню и начинать там все декорировать. Честно, я даже не имею ни малейшего представления, что я там хочу сделать. Но, думаю, добавлю просто каких-то пару хэллоуинских акцентов и будет норм. В общем, посмотрим. Поехали. Ну что, вот и результат кухни. Честно, я как-то сильно тут не усердствовала, но немножко украсила. Повесила здесь вот такую вот гирлянду. На холодильник наставила кучу тыкв, положила там вот такую вот гирлянду с паучками. По-моему, смотрится очень красиво. И, кстати говоря, вот в этом вот фонарике есть свет. Но когда горит общий свет, плохо видно, что он есть, хотя он включен и работает. Ну, в общем, как-то так. Свет выключу, посмотрим. Здесь поправила вот эту гирлянду. Хотела здесь на это окно тоже кинуть вот такую же гирлянду с тыквами, но что-то подумала, прям будет перебор, потому что там сразу тоже начинается, и они как-то... Я паучка не одела! Я такая думаю, а что это за паук у меня лишний остался? А это вот он, этот паук, надо его будет одеть. Ну, на финальных кадрах посмотрите, он здесь будет. Я его уже убрала в контейнер, и контейнер поставила в коридор. Я вообще молодец. В общем, здесь должен быть еще паучок. И вот такой вот здесь вот паучок висит, хорошенький, классненький. Вот здесь я положила тоже гирлянду. Это летучие мыши, горит синим. У меня ушла целая пачка батареек на все гирлянды, чтобы здесь их разложить. Мне нравится, как светят вот этим фиолетовым синим цветом гирлянды из фикс-прайса. Так что пускай они посветят. Я их даже выключать не буду. Тут пусть эти дни светят, батарейка перегорит, и все. Тут добавила немножко тыкв. Их не сильно видно. Честно говоря, даже как клам смотрится. Ну ладно. Вот здесь немножко все преобразила. Поставила вот такую тыковку. Поставила подсвечник, в который вставила вот такие вот трубочки. Мы вместе с вами их покупали для кофе. Но в целом, мой кофе-бар смотрится прикольно. Добавила тыковку возле Алисы. Алиса, как дела? Алиса не хочет разговаривать. И составила вот такие вот кэнди-тарелки. Тарелки с конфетками. Правда, в этой тарелке только печеньки. Я планирую этого паука унести наверх в спальню. Посмотрим. И вот здесь вот такая вот паутина получается с конфетками. Прикольно, красиво смотрится. В общем, как-то так. Времени сейчас много, поэтому продолжу я украшать только завтра, но для вас это будет буквально через секунду. The next day. Welcome back to my Halloween video. Итак, это новый день, и сейчас я хочу украшать лестницу.
И для этого я буду использовать вот эти вот замечательные привидения. Да, я знаю, что я их планировала использовать на улице. Но, ребята, у нас такие ведра, у нас так холодно, что они будут очень сильно покачиваться. Я думаю, что в ближайшие минуты после их установки на улице они улетят куда-нибудь далеко. Поэтому буду их использовать дома. Тут совершенно не продумана вот эта вот система крепления. Вот этот вот блок с батарейкой снаружи установлен почему-то. Не знаю, почему об этом не подумали, уважаемые производители. Ну, в общем, как-то вот так. Я сейчас их все достаю для того, чтобы мне их отпарить. Потому что некоторые, как вот этот, допустим, милый чувачок, он более-менее хорошо выглядит. А вот этот, он весь помятый, есть совсем помятый вдоль и поперек. То есть там, где рожица, у них идет такой срез. Ну, в общем, сбоку прям все помято. Поэтому я их все сейчас распаковываю. Отпарю. Будем устанавливать их на лестнице. Еще мне нужно как-то продумать, как я их буду устанавливать. Надеюсь, я пока их отпариваю, это придумаю. И та-дам! Вот такая вот красота у меня в итоге получилась. Посчитайте, сколько всего здесь привидений на лестнице. Мне очень нравится, что из этого вышло. Я их все настроила на режим просто статичный, потому что у каждого привидения три режима. Статичный, выключенный. Вот такой вот постоянно моргающий. Моргающий чуть медленнее. И просто статичный. Мне почему-то кажется, что на статичном батарейке должна держаться больше. Ну, мне так кажется, не знаю. И у меня много привидений осталось. Поэтому я буду думать, куда мне их еще можно подвесить. Потому что смотрятся не просто, а попенные. Видите, я их все отпарила. И они теперь вообще супер шикарные. It's my Halloween, it's my Halloween. В общем, решила, что на кухне будет самое место этим замечательным привидениям тусануться. Так что повесила 4 привидения здесь. У меня еще осталось 3. Не знаю, куда одену, но потом вам покажу. Кстати, ребят, сегодня я у себя в Телеграме уже распаковала 2 печенья с предсказаниями, что нам попалось. Можете зайти посмотреть в мой Телеграм. И вот еще сколько печенюшек у меня осталось. Короче, переходите, смотрите, ну и подписывайтесь. Итак, ребята, мы уже легли отдыхать, и я решила немножко поднять нам хэллоуинское настроение, потому что в какой-то момент почему-то оно куда-то убежало, потерялось. И сейчас мы наконец-таки будем смотреть «Кошмар перед Рождеством». Я не смотрела этот мультик от и до, какие-то, может быть, отрывки видела и так далее и тому подобное. Я очень удивлена, что он идет всего час. Так что нажимаем кнопочку «Смотреть». Кстати, вопрос, да, почему мы смотрим на планшете, когда у нас есть телевизор? У нас сегодня перерубился кабель интернета, и сегодня у нас нету интернета вообще. Мы смотрим здесь по Wi-Fi с моего телефона, видите? Там значок, что раздается интернет с моего телефона. Нажимай. Фунечка у нас проблювался, и теперь у него все хорошо. Приятного нам просмотра. Атмосферно! The next day. Ну что, ребята, всем доброе утро. Сейчас уже третий день, как мы украшаем наш дом к Хэллоуину. Да, Фунечка, скажи всем приветик. Вчера, правда говоря, мы очень мало потратили на это времени, но сегодня мы должны все с вами доделать, потому что я хочу, чтобы это видео вышло завтра, и чтобы вы всей вот этой вот атмосферой как прониклись и т.д. и т.п. Итак, какие у нас сейчас планы? Нам нужно сейчас с вами украсить спальню. Как видите, кровать расправлена, потому что я сейчас меняла белье. Ну, потому что, думаю, правильно. Надо поменять. Также я еще немножко такая на чили, на расслабоне решила себе сделать масочку. И просто посмотрите, какая классная у меня худи. Я думаю, так будет видно лучше. Она со Скуби-Ду, и у меня эта худи ассоциируется исключительно с Хэллоуином. Поэтому весь год я ее не ношу вообще абсолютно. И только вот одеваю на Хэллоуин. По-моему, смотрится прикольно. Они там что-то как обычно испугались. Тут такой шрифт максимально хэллоуинский. Зачетненько. Вот такую масочку я сейчас сделаю. И сейчас, вернее, не сейчас, а в течение часа, если быть точнее, через час, а может быть позже, короче, должны прийти те, кто делают интернет, не знаю, как называются эти люди, починить нам кабель. Денис вчера там кинул подушку, задел кабель от интернета, и все, у нас нету целые сутки интернета. Также у меня здесь уже стоит все для Хэллоуина. Будем сейчас украшать, собственно говоря, спальню. Но прежде немножко уберемся, как видите, здесь, в общем, и все на своих местах. Кстати, хотела вам показать. Я начала раскрашивать вот эту вот раскраску. Она такая сложная оказалась. Вот, все, что я раскрасила. Всем спасибо. Ну что, ребята, начинаем. Украшаем Хэллоуину, убираемся, все в одном. Поехали!
А вот, кстати, мой арсенал. Дальше никуда не поехали. Запасные батареечки, чтобы все вам точно снять в таймлапсиках. Потому что, чтобы снимать таймлапсы, нужно очень много батареек на камеру. Потому что они садятся просто пипец как быстро. Ну что, ребята, давайте я вам покажу, что же наконец-таки у меня получилось в спальне. Тут так клево, мне так нравится. Начнем, наверное, с этого угла. И здесь у меня получилась такая вот инсталляция на рабочем столе. Я смотрю Скуби-Ду. Называется мультик Скуби-Ду «Ночь Шахерезады». И знаете что? Там от Скуби-Ду 2 секунды в самом начале. Потом идет какой-то рассказ, типа Скуби-Ду рассказывает что-то. И там вообще нет Скуби-Ду. Обманули. Забудем о Скуби-Ду. Давайте перейдем к Хэллоуину. Посмотрите, какая прелесть, какая красота. Просто Маша 2 дня назад. Ну, наверное, в спальне я поставлю пару тыкв и все. По крайней мере, в голове у меня были именно такие мысли. Маша сегодня. Я все тут захлобучила. Себя еле как останавливаю, чтобы тут еще что-то вот тут не повесить. Кое-как. Что вообще со мной происходит? Получилось очень клево. У нас вот такая вот есть экспозиция. Вот это вот котелочек, вернее, не котелочек, а тыковка. Ну, такая как корзинка для конфеток. Я туда положила гирлянду паучками. 2 паучка здесь свисают и тыковка подсвечивается. Вот это самая, наверное, старая тыква из тех из фикс-прайса. У нее до сих пор работает батарейка. Просто шок. И вот такой вот черепок. Сверху, конечно же, паутина. И получается прям вау. Далее идет вот такая вот гирлянда. Мне очень нравится. Моего любимого единорожка я нарядила в пирата. Посмотрите, какой милаш. Теперь он мне пират. Здесь все тоже сделала с помощью паутины таинственным и немножко мрачным. И повесила вот такой вот шарик. Бум! Они у меня с прошлого или даже позапрошлого года, не знаю. Идем дальше. Прикроватные тумбочки украшала не сильно. У себя поставила вот такую тыковку. И вот такой вот подсвечник со свечой. Хотела в него поставить тыкву. В тыкву, но она не влезла. Да, вот так вот бывает. И у Дениса все совершенно другое. У него нет свечи, потому что он не будет сжечь свечку. Я знаю, что ему очень нравится вот этот вот шар трик-о-трит с кошкой. Кошка там на серебряной тыкве. И тыква. В принципе, так немножечко атмосферы, да, добавляет. Ну, еще здесь есть наволочки, но они и раньше были. Далее идет то, что не видно невооруженным взглядом. Это такая гирлянда с тыквами. В прошлом году она у нас висела в зале на торшере и еще где-то. В этом году я решила ее подвесить вот здесь вот, на гардину. Не знаю, насколько это хорошая идея, конечно, но в целом выглядит неплохо. И самая мрачная поверхность в спальне. Я не знаю зачем, но я так хотела положить эту ужасную руку здесь. И получилось реально мрачно. Прям. Тут много паутины, много пауков. Вот такой вот зловещий котелок, тыковка. Вот эти вот многоножки. В общем, выглядит реально жутко. Еще жуткости добавляют вот эти вот лампы солевые. У них такой как раз-таки оранжевый, максимально атмосферный свет. Он так рассеивается. Все еще синяя бабочка. Прям мрачненько. И повесила, прикиньте, здесь шарик. Надеюсь, не отвалится. Он такой милый. И вот это привидение очень похоже на то привидение, которое мы покупали, чтобы поставить на улице. Которое, знаете, так надувается. У него тоже такая тыковка. Тыковка милая. Ну, вот как раз-таки вот эта вот корзинка, чтобы конфеты собирать. Мне нравится. Крепила на 2-сторонний скотч. Надеюсь, пару дней продержится. Ну, и вот такая вот милая, висит немножко тоже жутковатая инсталляция под телевизором. Тут на самом деле жуткого. Да ничего нету тут жуткого. Тут все очень миленькое. Вот эти все штучки в паутинке. Мишка в паутинке. Давид в паутинке. Вот здесь я вместо свечи поставила вот эту шкатулку. Она пустая. Она очень маленькая. Она, знаете, может быть, подойдет под сахар.
сахар на кухню. Больше ничего не сложить. Вот как вы думаете, что здесь можно хранить? Напишите в комментариях. Так что оно будет просто как декоративное. Поставила такую тыковку. Добавила тут тыковку. Добавила вот этого моего любимого кота. Я обожаю этого кота. Он, по-моему, с какого-то мультика просто. Ужасный, типа чеширский кот. И там внутри конфеты, но я бы их не рискнула есть, потому что этим конфетам уже много времени. И вот такая вот инсталляция из тыковок. Эту тыкву мы покупали с вами вместе. Я положила сюда гирлянду. И получилось красиво. Честно, хотела вот эту тыкву ставить где-то на кухне, но у нас там нету места, поэтому она будет стоять здесь. И повесила вот такую вот шикарную какую-то старинную вывеску Хэллоуин. Там еще было слово Happy Halloween, но я ее не стала вешать, тут и некуда. Получилось прям очень круто, как по мне. Вот так вот это выглядит в целом, то есть общая картина. Оцените, как я украсила спальню. По моим ожиданиям я даже превзошла себя. Честно, я думала, меньше буду украшать спальню. Вот так выглядит закадровая жизнь. Не все, конечно, так плохо, но нужно сейчас все разместить по контейнерам, сложить обратно все. Наверное, сейчас вместе с вами это и сделаем. Как вы, наверное, поняли, я решила еще на лестнице добавить парочку таких вот моментиков. В принципе, смотрится красиво. Единственное, что с солнечным светом сочетается так себе. Но вечером, думаю, будет смотреться вот то, что нужно. Ну что, ребята, официально выходим на улицу, чтобы украшать наконец-таки дом к Хэллоуину с улицы. Вы готовы, мои помощники? Да, я готова! Я точно готов! Сегодня мы знаем, не тушим мысей! Ой, ну хорошо, что пока что не темно. У нас с вами где-то час времени до захода солнца. Если быть точнее, то заход. Закат будет через 25 минут. Ну плюс еще полчаса темного времени, да? Ну такого типа синего. В общем, давайте не будем терять времени, начнем украшать уже, да, улицу. Мы с вами вышли и сразу говорю, вот здесь хочу украшать лентой. Вот здесь хочу украшать лентой. Дверь закрою. И буду украшать лентой. Внимание, сейчас я принесу сюда штатив, принесу сюда ленту, которую буду украшать. А мои помощники будут мне помогать. Смотрите, какие они славненькие. Все, гуляйте. Вот что я подготовила для того, чтобы украшать улицу. Первым делом буду вот эту вот ленту, warning, внимание, везде наматывать. Погнали. Сейчас еще, наверное, немножко утеплюсь, а то как-то прохладненько, знаете. Вот что я взяла себе на подмогу. Короче, я взяла себе вот такой вот серебряный скотч, черный скотч, ножницы. Все, ребята, погнали, погнали, мои маленькие ножики. Ну и хотела вам показать свой супер стильный лук. Все, теперь точно выходим на улицу и уже все украшаем. А кто тут такой милашка? Кто милашка? Ребят, представляете, Фунчика сам сел на скамейку и сидел, ждал, когда мы все закончим. А сейчас он увидел, что я выкинула жвачку в коробку и решил все понюхать. А ты что, милашка? Что? Ну говори. Ну ты вообще. Смотрите, ребят, что у нас получилось. Такая вот красота. Прям реальный блокбастер. Фильм ужасов. Как бы ты назвал его? Этот фильм. Потерянный дом. И вот так вот это все выглядит со стороны, по-моему, очень прикольно. В общем, мы сделали дверь, окно и еще вот это окно. Представляете, у нас была вот эта паутина куплена год или два назад в фикс прайс, какая она объемная и густая. Это вот все, одна упаковка. А вот эта паутина была куплена в этом году. И это все, это вся паутина. То есть она стала меньше как минимум в два раза. По ощущениям, наверное, раза в три. Я в шоке. И пауки плохие. Хоть они и больше, чем раньше были, но они плохо крепятся на паутину. Ну ладно. Окей. Делайте свои ставки, за сколько времени это все улетит. Смотрите, какой ветер сильный. Мне кажется, я завтра утром проснусь, этого уже ничего не будет. Прикольно. Еще знаете, что круто в Хэллоуине, что тут не надо все идеально. Зафигачила вот так вот скотчем. И наоборот, типа, стало более как-то
атмосферно, более как-то так, как надо, но вы поняли. И елка такая горит, и шины лежат. Это еще не все, что я хотела сделать на улице. У нас здесь еще специальные надувные фигуры, я их тоже хочу поставить сегодня. Ура, свет включился. Но я пойду сначала погреюсь. На улице дико холодно, дико, просто дичайше. Пацаны, пошли домой. Время 9 часов, тем временем я... В общем, я сейчас хочу установить вот эти вот фигурки надувные. Я уже протянула сюда удлинитель, потому что здесь нигде нет розетки. Включила гирлянды на доме. У нас какой-то Merry Halloween Christmas получается. И вот здесь я хочу поставить одну фигурку. Вот здесь вот, скорее всего. Давайте это сделаем. Ну что ж, дорогие друзья, я веду прямой репортаж с места событий. У нас все готово. По крайней мере, на улице. У нас больше нечем украшать что-либо на улице. Но есть, конечно, еще пара паутин. И я думала, может быть, кинуть их на туи. Потом подумала, что на следующее утро они уже будут не у нас во дворе. И соседи будут не рады тому, чтобы к ним прилетела чья-то паутина. Угу. Дома меня еще ждет парочка нюансиков, но об этом чуть попозже. А вот сейчас просто насладитесь этим. По-моему, получилось клево. Конечно же, я вам решила показать все поближе, потому что посмотрела предыдущий файл, и там все темно, меня вообще не видно, но опустим этот момент. В общем, вот такой вот большой мистер тыкву. Он очень хорошо стоит, мы вниз положили кирпич. И этому малышу тоже вниз я сейчас положила удлинитель уличный. Взяла его в постблоке и положила. Оказывается, у него там тоже есть, ну, такой замочек, чтобы можно было его открыть и положить какой-то утяжелитель. Смотрится волшебно. Сделала фотки, заходите в Телеграм, полайкайте их, пожалуйста. И вот так вот еще решила украсить лавочку. Все равно мы на ней никогда не сидим. Максимум, что на ней бывает, это какие-нибудь коробки типа с доставки или мусор. Ну, короче, не сильно мы потеряем от того, что на ней не посидишь. Зато посмотрите, какая атмосферная паутина с паучками. Смотрится клево, не жутко. Мило, мне нравится. И сюда я решила намотать фиолетовую паутину. Не спрашивайте зачем, думаю, ну, пускай будет. По-моему, получилось прикольно. И в целом, ну, я с собой довольна, наверное. Ну что, ребята, покажу вам финальные штрихи дома. Наводим, так сказать, лоск. Чтобы снять финальные кадры для вас, я хочу озвучить то, что я сделала без камеры. Нацепила вот здесь вот еще гирлянду. Посмотрите, какая красота. И вечером это смотрится прям максимально вайбово. Рабочий кабинет Дениса я, по сути, вообще не украшала. Привет, Максик! Единственное, здесь есть подушечка Happy Halloween. И была еще одна подушечка, но сейчас она по техническим причинам в зале. В зале у нас теперь появилась вот такая вот кошечка красивая. Я ее никак не приклеивала, просто посадила, и все, ее держит гирлянда там слегка норм. И здесь у нас есть привидения. Оказывается, у меня оставалось их 4, и мы их решили тоже одеть на светильник. Теперь они и здесь, прямо они вообще. Ну, вы поняли. Ну, и по большей части здесь вроде бы больше ничего не поменялось. Решила поставить тут здесь корзину с конфетами вот так вот. И выглядит, по-моему, очень круто. Мне нравится. Сейчас я быстренько соберу все контейнеры, все, что нам не пригодилось, вот они остались, и уберем их в хозблок. Кстати говоря, на дверь я одела вот такую вот надпись «Опасно». А на лестницу добавила вот такие свечи. Ну а теперь наконец-таки пришло время посмотреть кадры, как мы это все подсняли, типа все красиво, все чики-пуки, дом к Хэллоуину украшен. Он теперь наконец-таки официально украшен, все не убавить, не прибавить, прибавлять нечего, убавлять тоже. Так что смотрите, как мы украсили дом к Хэллоуину 2022. Поехали!
Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставили ему лайк, мы украшали дом целых 3 дня. Надеюсь, мы успели выпустить это видео хотя бы 31 октября. Ну, вообще, постараемся, конечно, раньше, чтобы чуть-чуть атмосферки, так сказать, подогнать вам. Пишите в комментариях, как вы отпраздновали Хэллоуин, как будете праздновать или вообще не праздновали и так далее. В общем, пишите, что делали, пекли ли вы печеньки. Я так хотела испечь печеньки, но я буду, надеюсь, завтра печь кексики. Если это видео выйдет позже Хэллоуина, пожалуйста, перейдите к нему и поставьте лайки, потому что, возможно, до Хэллоуина мы просто не успеем его смонтировать. На этом все, всех люблю, целую, желаю вам прекрасного настроения и всем пока!